На ее плечах держится работа всей службы. Она незаменимый сотрудник и душа коллектива. Секретарь Люберецкой ГИБДД Надежда Ашнина принимает поздравления с юбилеем. Работе в органах внутренних дел женщина посвятила почти 50 лет и по сей день продолжает свой трудовой путь. С именинницей познакомилась моя коллега Луиза Егиазарян. Добрый день. Вопрос какой у вас? Хорошо. Перезвоните 501-1338. Пожалуйста. Путеводитель отдела Люберецкой госавтоинспекции. Все подскажет, объяснит и успокоит даже самого эмоционального посетителя. Коллеги называют Надежду Ашнину главным штатным психологом. К ней можно прийти не только для того, чтобы поставить печать на документы, но и поговорить по душам. Нам с ней очень легко. Ее мудрость, опыт, обаяние, красота, умение работать, авторитет – это все наше лицо, лицо нашей государственной инспекции Люберецкого района. И за это мы ей очень признательны. Вся жизнь Надежды Андреевны, без преувеличения, связана с Люберецкой госавтоинспекцией. Начинала свой трудовой путь в 1975 году в первом отделе милиции. Проработав там 2 года, перешла в ГАИ. С тех пор место работы не меняла. Машинка была такая ручная, вот эта вот механическая. И я печатала на весь отдел ГАИ. Представляете, что это такое? Объем работы был большой. Сейчас они все сами, у всех компьютеры, они все сами делают. А раньше все я одна делала. И горы этих писем отправляла. Горы. А сейчас уже меньше и лучше, и быстрее все. На какой-то другой работе Надежда Ашнина себя уже не представляет. Профессиональную верность переняла ее дочь Ольга. Более 20 лет она работает в этом же отделе инспектором по исполнению административного законодательства. Я родилась, когда мама уже тут работала. Вот. И решила пойти по ее стопам. Ходила в детстве на работу к маме, смотрела, как работает. Было интересно все это наблюдать. Конечно, она является для меня примером для подражания. Примером для подражания она является не только для дочери, но и для всего женского коллектива ГИБДД. Честно вам признаюсь, ни разу я не видела без макияжа и без каблуков. У некоторых даже вызывает это некую зависть. Поэтому по-хорошему белую зависть, ту доброту, обаяние, нежность, которую мы получаем в кабинете, в приемной, я думаю, что у многих этого нет. За 47 лет работы Надежды Андреевны поменялось многое. Сама служба ГИБДД, коллектив, руководствующий состав. Но одно осталось неизменным – ее безграничная любовь к своему делу. У меня еще силы есть, я еще поработаю. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.